Так, друзья, как обновить Android TV? С помощью пульта заходим в правый верхний угол настройки, на шестереночку нажимаем, спускаемся ниже, выбираем настройки устройства, далее выбираем первую строку об устройстве, а далее вот сразу же опять же первая строка обновления системы, идет проверка обновления и видно, что обновлений нет. К слову, у нас здесь Android TV, да, хоть и у Google уже есть Google TV, друзья, это последняя версия, чтобы вы знали Android TV, которая внешне вообще ничем не отличается, кроме того, что вот этот голосовой поиск, он происходит по всем приложениям, то есть, если у вас установлен Netflix, либо там Кинопоиск HD, да, и вы ищете какой-то сериал, то он вам покажет, какой сериал будет в Кинопоиске HD и так далее. Сейчас по умолчанию, значит, поиск работает только в YouTube, то есть если вы что-то наберете сейчас голосовым голосом, да, то он найдет. Давайте, допустим, наберем операция Фортуна. Операция Фортуна. Так, не всегда сразу. Операция Фортуна. Видите, он трейлер на YouTube предлагает. Операция Фортуна, трейлер на YouTube. Хотя теперь пишет, смотрите, друзья, какое-то нововведение теперь. Пишет, что доступно в приложении Кинопоиск. Друзья, вот это да, раньше такого не было. Вы только посмотрите, раньше такого не было и теперь добавили. Вот это да, вот это круто. Супер.